Самаре заработала горячая линия по вопросам подключения к теплу. Обращение горожане могут направить в администрации внутри городских районов города, в департамент городского хозяйства и экологии Самары, а также в единую дежурную диспетчерскую службу Самары. Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке и оставаться на контроле до полного разрешения ситуации, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Департамент градостроительства в своем телеграм-канале приглашает принять участие в опросе об уровне вовлеченности жителей в процесс внесения изменений в генеральный план городского округа Самара. Опрос анонимный, он доступен по ссылке через портал госуслуги. Результаты опроса позволят департаменту проработать механизм по повышению уровня информирования и заинтересованности жителей в работе над генеральным планом Самары, а также повысить доступность участия граждан в ней. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале призывает автомобилистов быть осторожнее. С наступлением осенне-зимнего периода кошки часто прячутся под капотом или крылом автомобиля, чтобы согреться. Перед тем, как завести машину, постучите по капоту, пните колесо и пару раз погудите. Эти простые действия не займут много времени, но могут спасти жизнь маленькому животному. В лесопарке имени 60-летия советской власти на лыжной базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Ольховского прошел ежегодный кросс открытого первенства «Золотая осень». В забеге приняли участие дети из Кировского района возрастной категории 9-18 лет. Массовые забеги проходили на дистанции от 500 метров до 5 километров. Победители и призеры кросса были награждены медалями, грамотами и ценными призами, пишет телеграм-канал Кировского района.